Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, связанная с твердотелем накопителей NVMe Kioxia, ну, в частности, для того, чтобы использовать как внешний накопитель и не скидывать файлы как со смартфонов, так и с ноутбуков, компьютеров, чтобы был компактный, так называемая большая очень флешка. Для этого воспользуемся вот этим боксом, который предназначен для различных устройств, в частности, имеется в виду по различным интерфейсам подключения. И есть варианты SATA NVMe совместно, и я вот отдельно взял NVMe M2 для того, чтобы воспользоваться соответствующим твердотельным накопителем, хотя универсальные могут использоваться для того, чтобы применять в дальнейшем. Все пришло достаточно быстро с AliExpress, в частности со склада в Российской Федерации. Заняло это где-то одну неделю максимум по сравнению с твердотельным накопителем, который шел больше 2 недель. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте смотреть, что находится внутри. Давайте посмотрим, что из себя представляет коробочка. Вот такая стандартная коробка для данного производителя. Внутри находится сам бокс, о нем чуть позже. И внутри также находятся кабели. Сейчас мы их вскроем. Кабель USB 3.0 и Type-C кабель. Есть еще второй кабель. Давайте его тоже вскроем в щадящем режиме. Здесь оба варианта, это USB Type-C на двух концах. Так, кабель где-то 20-25 сантиметров, максимум 30. Достаточно, чтобы подключить к вашему устройству и чтобы он вам не мешал. Дальше внутри находится крепление самого диска. Дальше есть термопрокладка для того, чтобы с радиатором взаимодействовать алюминиевым. Также есть отвертка, никакого инструмента вам не потребуется. И есть инструкция, здесь как обычно, китайский и английский язык. Так что, кто не знает китайский, учит китайский, кто не знает английский, учит английский. И давайте посмотрим, что из себя представляет бокс. Здесь находится радиатор. И в зависимости от того, какой у вас твердотельный накопитель, здесь существуют различные элементы крепления. Вот такого вот образца. Есть USB Type-C и два выхода. USB Type-C и простой вариант. Он прозрачный. Был у меня уже бокс. Единственное, для жестких дисков формата 2,5 дюйма. И твердотельных накопителей то же самое. 2,5 дюйма. Все, кто заинтересован, может посмотреть видео. Там идут два варианта. Это USB 2.0 взаимодействие и USB 3.0 тоже взаимодействие. Давайте сейчас мы установим внутрь этого бокса твердотельный накопитель Kioxia и посмотрим, как он размещается. Кстати, если что-то не подойдет прокладка, то я воспользуюсь уже проверенной временем прокладкой Arctic. Единственный минус, у меня вот остались остатки от модернизации ноутбука Toshiba. Satellite P300-226 и Toshiba Satellite A601EN. Когда мы там заменяли систему охлаждения, а именно меняли процессор. То же самое, можете посмотреть и увидеть результат. Поэтому я воспользуюсь, возможно, этим термопрокладками, нежели использовать термопрокладку данного типа. Здесь где-то миллиметр. Я думаю, не критично 0,5 миллиметра, хотя иногда и критично. Давайте устанавливать твердотельный накопитель Kioxia внутрь этого бокса. We'll be right back.
давайте замерим скорость при помощи стандартных программ по тестированию жестких дисков и твердотельных накопителей. В данный момент подключено по USB 3.0. Второй вариант подключения для того, чтобы проверить скорость твердотельного накопителя Kioxia, находящегося в боксе Orica, сейчас подключен по интерфейсу USB Type-C. Я вам продемонстрировал возможности бокса Orica для твердотельного накопителя формата NVMe M2. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, предоставил в полном объеме вам информацию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.